Так, бонадьёсте, мас приятен. Я вас приветствую, дорогие друзья. Так, что-то с эфиром. Ага, начали подключаться. Так, примала, ну и чертил Нина. Нина, тут им трещила рудом, да, вот, ставь Facebook. Так, Ильян Кашу, Игорь Басистый. Пошли после дроки сразу. Не на, конечно, сорчина, тогда тот лапортите, конечно, а сам парень. Так, салут, салут. Влада Архангелов, Рештабет. Лена Грицко. Лена Пануш. О. Александр из Петков, Александр Паскалов, извините, из Лондона, салам алейкум, вам тоже добрый вечер, скоро увидимся, я уеду жить в Лондон, песня становится все популярнее в моей жизни. Так, ребят, кто в сети, уже знаете, ну, про репосты. Дистрибуизворок. Так, Стамбул уже на связи. Константин Николаевич. Кишинев. Николай Цепович. Николай Цепович присоединился. Перед этим Радика Цепович. Коля, вы что, в разных комнатах живете или ты домой не пришел? Так, Калмыкова Бельца. Ангелина Гайдаже, Тараклей, привет. Виталик Телевка, Сорока, привет. Ольга Сухомлина, Олечка, один из главных экономистов в стране, самых талантливых. Так. Привет из Санкт-Петербурга. Так, Питер вижу на связи, Москва на связи, Комсомольцы на связи, любимые Бельцы на связи. Так, Ботаника, понял. Фейсбук пишет, неплохое начало, уже 100 комментариев. Так, Лариса Стати Бонасиара, Сергей Томшин, Кривленеват, Люберцы вижу, Игорь Бульбак, Николай Григоришин, привет, Николай, человек, благодаря которому Заря сегодня на третьем месте, уверен, в чемпионате по футболу. Так, мы вот Салутер Димбелс, вот Псерджи Денурхей. Ребят, ну что, привет всем, кто с самого начала онлайн, кто сейчас присоединяется. Значит, хочу поблагодарить вас всех за акцию поддержки, которую я видел сегодня. Хочу поблагодарить за ту акцию, которая прошла 2 декабря. Вы видели, как ведет себя наш гуманный суд. Значит, сегодня, насколько я понял, от адвокатов, да и не только от адвокатов, в том числе от патриотически настроенных граждан Молдовы, что уже есть некий заговор, сделка. Там судья хочет привести адвоката в суд, вернее, Горбунцова в суд, адвоката. Значит, если не привезет, если Горбунцов приехать не может, а он в Интерполе, у него 5 или 6 уголовных дел в Молдавии. Есть, правда, и в России. Значит, ситуация такова, что, ну, как бы, не знаю, если Плохотнюк скажет, он приедет, тем более есть повод к
как бы у молдаван снять его сейчас с Интерпола, хочу посмотреть, как это будет. Но потом говорит, ну нет адвоката, как бы, чтобы убедиться в том, что была рейдерская атака на банк, убийство Горбунцова. Судья говорит, пусть придут два адвоката там Горбунцова, где там то ли прокурор, то ли судья обмолвился. Говорит, так у него два адвоката. Значит, они должны знать, сколько у него адвокатов. То есть серьезно готовятся ребята. Ничего не скажешь. Поэтому, ребят, значит, от всего сердца огромное спасибо. Но хочу вам сказать следующее. Я очень благодарен всем вам за ту поддержку, которую вы мне оказываете, даже вдали от Родины. Но, вы знаете, если бы я находился в тюрьме молдавской, это одна ситуация. Вы знаете, я видел, как бы в снег, в мороз стояли. Вы знаете, есть наши политзаключенные, есть проблемы с Феликсом Гринку, где они идут по беспределу. Есть Коля Хачко, есть Эдуард Потрашко. То есть ребята, которых прессуют, которые находятся там. Я вас прошу, значит, завтра в 11 адвокаты попросили отвод сделать судье, этому сегодняшнему, который Горбунцова хочет привести. Значит, завтра в 11 рассмотрения могут опять перенести, могут опять затянуть. У меня к вам просьба. Еще раз я благодарен всем тем, кто приходили. Но, ребят, не приходите, пожалуйста, на протесты. Мою поддержку к суду, потому что на Плохотнюковский суд это не влияет. Значит, но есть ребята, которым необходима эта поддержка, понимаете? Значит, находится в тюрьме Феликс, находится Хачко. Вот их, ребят, надо поддержать, это будет правильно, по-человечески, потому что если бы я находился там за стенках, я бы был вам благодарен, может быть, бы даже попросил через адвоката вас прийти там, чтобы вы посвистели, покричали, чтобы я вас всех хотя бы услышал, если не увидел. Но я нахожусь в Москве, они предлагают свою подлую комбинацию. Значит, есть вещи очень серьезные, которыми я продолжаю заниматься. Я об этом сейчас не буду говорить. Значит, пусть Плохотнюк мне рисует, стряпает те уголовные дела, которые они рисуют, а вы все увидите то, за которое он должен будет ответить по закону и никуда не денется. Потому что в молдавской юстиции что-либо пытаться доказать, ну это невозможно, понимаете? Юстиция в Молдове разбирается с неугодными судьями, прокурорами, полицейскими, чиновниками, которые не хотят идти на поклон. Или вот Пентя. Почему прессуют, кстати, Пентю? Пентя единственный прокурор, который координировал уголовное дело против Плохотнюка. Он курировал, ну понятно, МВД. Вы помните ту ситуацию, когда Зубко ушел после подворья Зумнявского. Пентя исполнял обязанности прокурора. Его не за кармалака посадили. Это все байки. Пентю посадили за то, что когда Плохотнюк узнал, что он и его люди готовились в обыске одновременно у них дома, аресты многих этих товарищей с Плохотнюковской бригады. И Пентя тогда, кстати, был готов, и прокурора они нашли подходящего. Почему ребята, те, что есть нормальные прокуроры, деморализованы? Потому что Филат, идиот, предал тогда. И полицейских, которые вели оперативное дело, оно называлось «Олигарх», Мичу из печали, которому Плохотнюку продали, потом оставили в нем пару страничек. И Пентю, соответственно, уничтожают за то, что как это посмел, да, будучи исполняющим обязанности генпрокурора, попытаться посадить Плохотнюка. И Филя болван, конечно, тогда, потому что Филя спрашивал, я помню, даже тогда, я говорю, послушайте, если есть нарушение,
есть доказательства Гончева. Он говорит, ну, к Йос Молкуб де политика, да Владу с факту от бизнеса, что тебя фачали. Шейку ирала в ней два раз индея доля. Короче, и болван Шфиля. Ирала уже до наших, лом вертит, лом щит, кумафа кот. Значит, и такая ситуация. Значит, тут пишет Тиана Нюша. Я разочарована. Где действия? Почему только одни разговоры? Вы либо издеваетесь, либо вы просто бездельничаете с утра до ночи. А претензии мне высказываете. Мы ничего не делаем. Мы, которые фактически объявили войну режиму Плохотнюка, мы являемся партией, которая жестко критиковала действующую власть и будет продолжать это делать ровно столько, сколько буду жить. И сегодня обвинять нас в бездействии. Сколько вскрытых схем, сколько комбинаций, все уничтоженные схемы по коррупции в Бельцах, значит, и так далее. Кстати, получил фотографию из Бельц. Ребята скинули, установили, значит, там есть скрытый павильон, такой огромный, на центральном рынке Бельц. И мне скинули фотографию, чтобы вы понимали, все столы поменяли. Значит, установили новые столы с этими, со специальными столешницами, которые охлаждают мясную продукцию. То есть даже в плюс 30 люди смогут продавать охлажденное мясо, оно не будет портиться. Мне скинули фотографии с рынка. Я прям кайфовал от них, вы знаете, потому что такое след оставить в истории. Там всякие эти шавки выступают, их не, но... Так, а где мне? Мне было куча... вот Игорь Васильевич. Значит, это вот развалили, смотрите, все на центральном рынке. Значит, в Бельцах, да, это вот как были. Но был прилавок один длинный такой. Вот, и вот это пришло новое оборудование, как бы которое мы долго ждали, да. И сейчас смотрите, уже вот это как установлено все сегодня. Представляете, какая красота. То есть вот эти все столы с холодильными столешницами. То есть столешница имеет функцию холодильника. Прикольно же, правда? Вообще бельский рынок образцовый. У них есть деньги сейчас и поддерживать разные городские мероприятия, и спортсменов, и на День независимости, понимаете? То есть вот это, конечно, красиво, когда предприятие стало зарабатывать. Как? Оно зарабатывало всегда. Просто раньше все деньги клали, значит, клали в карман. И в те времена, когда доллар был другой, получается, и миллион, и полтора миллиона долларов, значит, могли положить в карман. Сегодня, пожалуйста, полюбуйтесь. Это Бельцы уже сегодня. С установленными вот этими столешницами. Это на всем рынке. Значит, кстати, по рынкам ребята мне еще, по-моему, дали. Сейчас, если уже про рынки говорим. Так, сейчас гляну, если не... Или здесь. Так. На рыбу тоже надо такие. Так, ребят, так там вся продукция будет. Чтобы вы понимали... Вы же видели, там есть специальные борта у них. По крайней мере, туда можно даже ставить эти ванны с рыбой. И там будет все в порядке. О чем вы говорите? Вот. Сейчас, секунду. Буквально видел на днях, которые... Кстати, вот людям нравятся только шумные новости. Когда кто-то по морде получает, кто-то обязательно должен кого-то изнасиловать в Молдавии, чтобы люди... смотрели новости. Простые новости, к сожалению. Значит,
хорошие новости людей не особо интересуют. Значит, когда я слышу, что вот, в Бельце все плохо, Бельце не поддерживает Усад. Вы знаете, вот Дмитрий Алексеевич Чубашенко, наш кандидат в президент, значит, человека поддержало в Бельце 35%. Представьте себе на секунду, сколько бы проголосовало в Бельцах, если был бы я, причем в первом туре 35%. Значит, как бы голосовали Бельцы и другие города, если был бы я кандидатом? Все плохотню химичил, все он делал по то, чтобы меня уничтожить. Помните, я летом у Гонца еще, июль или август, я говорил о том, что за то, что я его послал, за то, что я не взял у него деньги, за то, что я ему не продался, он сказал, что Медина уничтожит до осени Настас, чем он занимался, до Нового года, вернее. Значит, и он сказал, что если я не стану ручным политиком, как другие, так же кончат меня. Ну, вы знаете, лучше сгнию в изгнании, значит, чем я буду с этим шарлатаном что-то делать, понимаете? Вот, значит, хотел показать, ну, вы можете найти, зайдете на страницу БТВ Бельского телевидения, у меня, по-моему, была на РУ-1, я просто помню этих женщин, этот рынок прям находится выше Бельского университета Олега Руссо. Сейчас это рынок секонд-хенд, где я увидел, где вы зайдите, посмотрите. Я когда смотрел репортаж с этими женщинами, где они говорят, мы на работу уже не одеваемся, мы на работу наряжаемся. Потому что раньше ходили по болоту, в сапогах, в калошах там и так далее. Сейчас они говорят, что они наряжаются на работу, потому что везде плитка, сделан навес. Нет там дождя. Вот, поэтому там прикольно. Значит, жду в Бельцах на днях, когда установят елку. Елка, кстати, у нас, как я и говорил, значит, самое прикольное. Так, что-то не вижу я нашу прикольную елку. Так, сейчас, секунду. В прошлом году была красивая, в этом году тоже 20 с чем-то метров, но просто будет бешеная красота. Вот эта фотография, как будет выглядеть елка. Ну, так она не передает, я вижу все цвета, то есть камера. Ну, вот такая елка 20 с чем-то метров будет стоять в Бельцах. Вот. Видно, да, ребят? Ну вот, прикольная елка, да, для... Вот у нас Бельцев. В прошлом году было очень красиво, сейчас она меняется. Значит, что с пчелой? Пчела ходит на работу, все в порядке. Кто про пчелу спрашивает? Так. Вот. Значит, вернемся к нашим будням суровым. Ребят, я говорил, что я не имел все шансы, как человек из бизнеса, стать плохишевским проектом, но как бы я ходил, как бы я смотрел вам в глаза, значит, если бы я стал бы его проектом, да это вообще бред. Зачем тогда вообще идти в политику, понимаете? Можно было стать замом плохера сразу и так далее. Значит, вижу, тут пишет Виталий Бланар, мусор из Бельц не везите в Фалеш, что он нам не нужен. Ребят, мусор в Фалеш-то возят предприятие абсолютно легально, на полигон оборудованный. И за это официально Примария местная получает деньги. Чтобы не получали деньги эти террористы, понимаете? Все очень просто. Вот.
Значит, про каток спрашивают. Ну, там одна компания взялась из Германии привезти, я сказал, что я не возражаю. Надо у ребят спросить, на каком этапе. Мне позвонили, спросили, говорю, конечно, не возражаю. Причем, плюс дети, чтобы тоже просил, чтобы как в прошлом году до часу бесплатно, не дети, чтобы все до часу бесплатно катались, а только после этого за деньги, пусть стоит там до 1 марта или когда, сказали, если попробуют с Германии, успеет привезти, то привезут. Значит, тут все спрашивают, где Дадон, он жив, куда пропал Дадон. Ребят, у Игоря Николаевича есть его страница в социальных сетях. Значит, я с ним последний раз разговаривал, значит, когда он был в Москве, там мы не встречались, значит, мы созвонились, сказал, что там приехал по семейным делам, там какие-то встречи там семейные, не знаю, и едет назад. Вот. Значит, поэтому такая ситуация. Ну, в масс-медиа, да, что-то активность спала. Какие-то заявления четкие вижу. Нет никаких заявлений по правительству Плохотнюка. Плохотнюк контролирует инстанцию. Все судебные инстанции мочат нас. Было заявление партии социалистов, было заявление Дадона, связанное с политзаключенными, значит, когда арестовали первый раз Феликса Гринку. Значит, Дадон сказал, что будет шуметь в парламенте, поднимать вопрос, посмотрим. Значит, мне важно, чтобы Игорь Дадон сдержал перед вами все то, что вам он обещал в предвыборную кампанию. Поймать, а так как мы его поддерживали, значит, ну, я так же, как и вы, и все избиратели, буду иметь полное право спрашивать, если что-то пойдет не так. Все очень просто. Значит, никто ни с кем щелкаться не будет. Вот. Так, Ренат, скоро уже март месяц. Ждем Плохиша в тюрьме увидеть. Да, постараюсь. 8 марта, как обещал. Хотя там стараться должны, я просто рассчитал примерное время, там, зная, что происходят определенные процессы, когда бы он смог получить международный мандат на арест. Кто ждет марта? Я ждала 2 года, пишет Баркардяна, супер, хорошо сказано. Вот. По Горбунцову какие новости? А какие новости? Сотрудничает с Плохишом, значит, наверное, с Леонидом Волнянским. Я уже комментировал эту ситуацию. Кого и как использует Плохотнюк, офигеть. То есть Вадика пулает в Алене, и он уже... Ну, он берет людей, свидетелей, людей, которые накроют пропасть. Нормально-то они пойдут. Так. Вот, видишь, онлайн падает. Не вижу, нормальный онлайн. Да, в те дни, когда вся страна занималась, что обсуждала выборы, активность была чуть больше, а так нет. Значит, кстати, я в прошлом онлайне говорил, хочу повторить. Там по-любому смотрят разные полицейские, эти онлайны, прокуроры, сибовцы и так далее. Значит, я говорил про игру и просил быть внимательным Александра Жездана, Ковкалюка, Сашу Панзаря. Значит, мы сыграем в игру. Правила игры ближайшие какое-то количество дней будут известны. Я уверен, что за этой игрой будут наблюдать сотни тысяч людей, и уверен, что эту игру с удовольствием прокомментируют даже некоторые мировые СМИ, не только СМИ в Республике Молдова. Значит, поэтому пусть готовят костюмы, медали, мозги желательно, те, у кого они есть. И пусть думают, потому что игра будет просто нереальная. И в этой игре
победит либо Александр Ефимович Жиздан, министр внутренних дел, с его бригадой, либо победителем буду я. Значит, все это будет зависеть от многих обстоятельств, но я сейчас говорить не буду, потому что это нереально. Значит, так, тут пишет Александр Истратий, детский мир. Вы не понимаете, о чем идет речь. Поэтому вы когда поймете, я уверен, что все вы поддержите. И то, что не будут спать все, большинство граждан Молдовы, и наблюдать за этим, в этом я уверен. Значит, тут говорят в новостях, что вы опять в федеральном розыске, тут спрашивают. Я говорил 100 раз, во всесоюзный розыск, уже нынешний розыск по СНГ, они мне там подают каждый день. А Интерпол снял меня с розыска, и нет меня больше в розыске в Интерполе. Поэтому даже не буду это комментировать. В ближайшее время я кое-что исполню в Европе. Там сегодня рекомендовал прокурор Бусуёк, значит, на эту тему. Поэтому вот такая ситуация. Так. Ренат, нужен хороший стадион, молодой, на вас все надеем. Ребят, по поводу стадиона. В Бельцах строим один. Очень тяжело идет, потому что на все, как вы понимаете, нужны огромные деньги. Значит, ну не успеваю. Все очень быстро делать, но там тоже работы идут, сейчас заморожены на зимнее время. Но буду стараться двигаться. То там не хватает на дорогу, там то на технику, ребят, сколько купил за свои деньги. Дай Бог всем здоровья. Господин Усатый, почему вы просили нас голосовать за Дадона, он же человек Плохотнюка? Послушайте, Майя Санду... Я говорил много раз, что я не могу и никогда не поддержу Майю Санду. Кутот респекту, Карелам Фаси Диаспро, боец. Тахай Мэнис Матрезес, Куцарам Панталон Лабасеску, Уари Уалте, Кести Инвентаты, Димая Шиди Американ, ну вас пораз, дар. Майя, Аша Маранцы, Каистия Маранцели, Срели, Сдури. Ши, Июти, Дидом, Нефереши, да Майя Робот, Анцелезис. Плюс Клар, чей цене депортит позиции партии социалистов, значит, во многом, почти во всем, похоже с позицией, схоже с позицией нашей партии, понимаете? Я тогда еще в ВОЗ сунуть позиции уны партии Диченту Штенга. Хайди Дям Кудрямта, Майя Дупантелнира, до попрямого рядов фотографику базецкую с декларов у него несты. Шедя Майланойку, униря, вообще глумец. Додон, Штиком, Тарас Бульбан. Я тебя породил, я тебя убью. Понимаете, поэтому тут не... Лам не аздечеды, да кигур додон, с факчева илегал. Ас иде батайку плохотню. Ас фи фарт клар. Дар Игорь додон, сигур анзалежи. К... Тот сполечение, который вот рябку, плохотнюк я кого-то уважен с карпи. Вытаться еще у Рамас, дин партидулу Гемпу, дин партидулу Юра Лянка, да? Диналти партиди политичи, анцелеги, скорее, шедевла служба плохотнюк. Я стал кредецом, ольщ партид фуартером, где с ососи десемфли. Шедет это... Додоному варе скапа, ажут попору, скапам тезом приону, где бандиция, что он фронте плохотнюк, сау по срамене истории, кому пшединь кариде медали, каста съести, оппозиция центру дрябт, Андрей Настас, кукарь мержим, да требует дефакутум протест дову, но ну тем ешил азезди прочесть.
протесте. De atât aș am rugat oamenii mâini să nu iasă la protest, inclusiv în susținerea mea, că nu stau în pușcărie. Că măcat plăhătniuc, procurorul a spune că eu măsuri. Care măsuri în fiecare zi de mă duc la Kievski vagzal, ori la Domodedovo și aștept un cavcaliuc să vie, înțelegeți? Am văzut, ia că au fost pe 4 noiembrie, Babin, viceministrul de interne, la Moldoveni, dar nu știu, am auzit că a fost reținut prin Domodedovo, că avea probleme cu pașaport, în fine, cred că a încălcat legea, ca și cu cavcaliuc, că nu a fost, înțelegeți? De asta, eu îi aștept pe dânșa ca în filmul Hatico, lasă-i zvii, cu furatul, lasă-i zvii, măcar cu tot amonul moldovenesc, înțelegeți? Și atunci, vedem. Так. Только не подведи за высказывание, сделайте, как говорите. Ребята, из-за того, что я говорю правду, я сегодня нахожусь в розыске и имею сфабрикованные уголовные дела именно из-за того, что я говорил правду. Значит, поэтому о чем вы говорите? Ничего я вас не подведу. Пипец, неужели нет на этого плохишего права? Ребят, вы знаете, я подхожу к тому, что у права может быть только одна. И тут мне нужны гарантии всех вас, что вы не подведете. Потому что если будет какая-то мощная история в Молдавии, то поверьте, я найду возможность приземлиться даже на парашюте в день протеста. Я знаю, что вы меня не отдадите, просто в один день взять, покончить с режимом Плохотнюка. Вот это красиво, понимаете? А так, когда вы начинаете там тоже некоторые обвинять, да, несколько было попытков, которые, где мы проворонили. Я это признал, в свое время извинился перед вами, да, где нужно было принять определенные решения и брать все в свои руки, да. Значит, такая возможность была у платформы, да, самая первая акция, порядка 100 тысяч человек. Была такая возможность у нас, когда мы протестовали вместе. Ну, не добили. Значит, поэтому сейчас, если будет какая-то прикольная, значит, ситуация, я увижу, что вся страна выходит. Ребят, я в стороне не останусь. Очень многие организационные вещи, все, что нужно организовать, я все помогу, все сделаем. О чем вы говорите? Я с вами до конца в борьбе с режимом Плохотнюка. Вот тут Иван Бадян спрашивает, Ренат, когда будет решающий протест? Ребят, когда я говорил про решающий протест, да, нас развели, раскидали. Создали лабиринт на День независимости. Но вспомните, сколько вас тогда пришло. Да, были тысячи людей, которым не дали дойти. Ну, несколько десятков тысяч. Ребята, где Молдова? Значит, в Румынии на протесте даже в райцентре выходит несколько десятков тысяч человек. Понимаете? А у нас все ждут, ждут. Я пойду во главе. Сказал, надо, жизнь отдам. Ради жизни моих детей и ваших детей. Но протестовать дома перед телевизором, как привыкли у нас в Молдове, эту тенденцию надо ломать. И назовем день X. Вот сейчас они точно начнут химичить, придумывать эту одномандатную систему, значит, чтобы половина депутатов избирались по одномандатным округам, как это сегодня в ГГУЗе. Ребят, это афера для того, чтобы затащить и за грязные деньги Плохотнюк нарисовал себе большинство и легализовал себя. Чтобы больше не кричали, что Плохотнюк не хочет досрочный выбор. Он скажет, хотите досрочный выбор, пожалуйста. Но досрочные выборы... Значит, половина депутатов по партийным спискам, половина одномандатники. И Плохиш при одномандатниках набирает большинство, и Молдове конец. Вот тогда Молдове точно конец. Никакая оппозиция ничего никогда не решит. Поверьте, это я вам говорю со всей ответственностью. Если мы провороним эту ситуацию, если вы это проглотите,
Потому что мне тоже очень обидно, когда я, рискуя свободой, рискуя всем, что у меня есть, значит, выхожу на баррикады против плохиша, и в это время идут на выборы, голосуют за Дмитрия Алексеевича Чубашенко 6,5%. Ребята, это как называется? Такие все патриоты, понимаете? Ну, у меня тоже могут быть вопросы, понимаете? Но еще раз говорю, пока вы поддерживаете, а я знаю, что меня непосредственно поддерживают сотни тысяч людей. Значит, поэтому я иду вперед. Я иду вперед. Я обязан избавить. Я не хочу, чтобы мои дети выросли и видели ублюдка Гуреву, эту гиену Балакчи. Понимаете? Ну посмотрите на него. Хоть стекли здесь дебила Балачеста. Ел и фашист он залез. Ел и фашист, говорит, требы богат. А зайду к плохотнюк Баланда Лапушкарин залезет. Шибалакчиш, пулакчиш, тот не рушена цешня. Астая ситуация. Он залезет. Я вот требую с цинконт. Аувитор. Да, юма маражат мяться. Васи Гурьё, юнука у дивиденди, да? Ка сажунгла птери. Дар чей корисын препеня претень одеварац, ей куноск нуштит чин самны, кан нусант бань, дар начало штимп требус псы ГСС, димул теорь маму промутат, ка сыда убатаю сажун контротуар панам капат, а вем примарь у нила фикари храмам грижи, ги к эти во сути дими делей брусчатка, концерты, операции лакупи, депласер, шажема департ, хади с ворбин, шаламини бани на утряба, кубе, мушерест, потлугрил, аркум, фак, плохотнющий, шор, штес бандит, сэштен, залезет. Сын бани, кари увчал и трансфер им фундации, ла кишина уши, марга на инди. Понимаете, поэтому значит, мы должны провести работу над ошибками. Я ее провел, я буду двигаться вперед, но и нет шанса подступать, некуда. Понимаете, потому что, плюс, вы что думаете, что если я в России, то нахожусь в безопасности? Все эти попытки там меня украсть, завтра, послезавтра плохотнюк кого-то киллера пришлет, понимаете? И будет Гурев с его подонками по телевизору рассказывать. Вот. Аста мафия русяска са кларификатку усатый, диуаричи разочаровались. Ну, какой-то такой бред начнут говорить, понимаете? Нет у меня никаких врагов. Нет у меня никаких связей там с солнцевской группировкой. Весь тот бред, который говорят. Григория Кармалака знаю. Сделал селфи, поставил в интернет, сказал, недалеко живет. А все остальное, ну, это бред. Очень многие спрашивают, значит, признаться, скажи, что за игра. Ребят, покемон отдыхает. Других деталей говорить не буду, потому что, ну, не прикольно уже получится, понимаете. Значит, вот тут конкретные есть пользователи соцсети. Игорь Болта. Я что-то не пойму, о чем идет речь и в чем суть этой беседы. Игорь Болтак, я разговариваю с людьми онлайн, которых из-за этого ублюдка Плохотнюка его режима я не могу увидеть в реале. И вот кто хочет со мной поговорить в реале, значит, у нас не обязательно всегда должны быть тем. Значит, я, конечно, не буду устраивать вечера поэзии, вечера сельского хозяйства и животноводства. Про животноводство это только можно говорить про молдавский парламент, понимаете? Потому что половина из них именно является хуже животных, понимаете? Продали все, что можно. Ренат, здравствуй, Интреп. Тулсукоспифилат виноват. Шесте, петре, планки, сорис, аучел, пусин, миссия паря, нормал, косте, дуар, ел, лара, кваль. Ну, к филе тресте, лапушкари, астай, деварат, дарым, приумы, кудым, тресте, кулусте, платон, шор,
плахотню, керал, в штете бригад залезть лорди вагабон. Здесь требует тет стейл, а пушкари, а кашар фикори. Павел Фрай, Ренат, к сожалению, мы пойдем. Значит, Ренат, придем все, поднимайся народ. Вот это уже красиво. Усатый молодец может в будущем остаться в России на год к по регистрации. Ух. Значит. Плаха про Митяну, но всем браком клоун. И клоун. Ее импортанцам брать плохотнюка и зебры, да вы вред сам бракац. Так. А, я колумен трябу, не миллион уди долларов. Пек это ман интрен сума флаку. Это тогда, когда поспорил про Трампа, тогда они, помните, да, историю, что должен был, значит, выиграл двухкомнатную квартиру в Москве, то, что Трамп победил. И, короче, хотел взять деньгами, чтобы потратить на тот же протест, один такой, как надо, против платежа. Ну, у человека кризис, ну, как у всех, он говорит, не, забирай метрами, денег нет. Поэтому, значит, комнатная квартира есть, все нормально. Значит, человек сдержал слово, яко варет, кумарата, маймут и мази не нудал, как против его маньяра сайт. Фиарата. А шек яко честь цене 10 миллионов долларов примет апартамент, куда у Дэнни Чендру Москве, то это нормально. Так, как по поводу офиса НАТО? Ребята, я давно говорил, что это... Я и критиковал, и говорил, что это бред, и не надо этого допускать. Значит, вы встречались с Настасом. Я не встречался с Андреем Настасом, но очень часто разговариваю с ним по телефону, тут спрашивают. Шакумам в орбитку, Андрей Настас, кит фаури морми. Так. Кредом проблем или до металли персональной, но требуем импликацию читать, отсвокот бизнес амбриона. Форту миллиарды проблемы с учетать, до речи сент импликацию, тот шештиц, фарти бини, тот гуверн лапушкари, инклюзивший, тимофти амбриона, кто с чего. Кредом проблем, но требуем импликацию сочетать, да ну имплик сочетать проблем или мели. Импортант кьё нам, а вот не миг, ку форту... Куфорту миллиарду залезть, да китре бы тет стоял, а пушкари оставятся. Значит, где можно прочесть суд дела, по которому вас пытаются посадить? Не все в курсе. Ребят, хорошая тема. Надо вообще их взять все опубликовать. Помните, опубликовал? Надо взять это. И за, когда я подделал сам свою подпись, и про Горбунцова и все остальные, то есть надо это самое. Значит, жаль, что бельчане Новый год встретят без тебя. Ребят, в 12.00 в этом году будет серьезная тусовка. Новогоднюю ночь в Берцах на площади. Будет круто. Так же, как в прошлом году. Фейерверк, так, чтобы было видно у Киртоки в Колонице и так далее. Самая крутая елка в стране. Артисты, язвар, домики, карусели для детей. Всю ночь. Значит, помните, у нас новогоднюю ночь, значит, будет общественный транспорт бесплатный. Значит, как и в прошлом году, троллейбусы в новогоднюю ночь будут ездить бесплатно. Я оплачу расходы троллейбусного депо, чтобы вы смогли все попасть домой. И на елку. Поэтому онлайн 12.00 я буду перед елкой в Москве на огромном мониторе. Я хочу поздравить людей, я хочу вместе с бельчанами быть онлайн в новогоднюю ночь. И все будет прикольно, ребят. Все будет классно. Значит, вот, поэтому приезжайте все в Бельцы на Новый год, будет мега круто. Открытие новогодней елки в Бельцах 15 декабря. Приезжайте все, будет очень красиво и очень достойно. Ой, дождь, склонуя головами господарь. Юдак мапу ксева, уэльфа, кольну фагдилу. Анатолий Герман. На каком этаже квартиры? Гранату не смогут закинуть, все в порядке. Толь, я понимаю, что вы переживаете приятно.
Значит, кто назначает прокурора, Тимофти или Дадон? Я думаю, что сейчас плохие будут быстренько утрамбовывать Тимофти, чтобы побыстрее было все это. Так я думаю. Значит, как считаешь, личные сообщения в Facebook просматриваются? Конечно. Значит, плохотнюки. Значит, молдавские спецслужбы, значит, читают сообщения в Фейсбуке. Значит, можете в этом не сомневаться. Значит, было несколько ситуаций, где специально что-то закидывали, писали какой-то бред, они сразу раз после этого проявлялись. Так. Лепс, отрезку. Лепс, это нормально. А в орбитку Григорий Лепс, Лесин. Григорий мега крутой человек. Все они хорошие ребята. Пострю, может, как-то соберемся. Вместе выйдем. Значит, и вместе соберемся с Гришей Лепсом, с Михаилом, с Игорем Николаем, Андрюхой с Машей. Так, Леонид наш спрашивает, Бельский, профессиональный фотограф. А если елки вас арестуют? Я буду елки в Москве, Лен. А будет большой монитор стоять, LED, будет сцена стоять на все праздники, где будут каждый день выступать и бельские коллективы, и артисты из Кишинева. Будет все прикольно. Значит, Катюша Черней, все вы политики хорошие, когда вам нужно. Катюша, мне чего нужно, дорогая. Маэстро Кештику Агиазма, Катюша. Так. Кураж, Дон Рено. Ладно, ребят, огромное спасибо вам за то, что были со мной. Значит, еще раз спасибо всем тем, кто приезжал на протест сегодня, кто был на протесте второго. Значит, на мой суд завтра в 11 приходить не надо, значит, потому что я на свободе. Но в обед суду Феликса Гринку, значит, и завтра приходите лучше, особенно Кишиневский актив, пригород, ребят, приходите все те, кто могут, и поддержите завтра суд у Феликса Гринку. 8-го они хотят начинать суд по существу. Значит, нужно приходить Феликса поддерживать, ребят. А я вместе с вами буду его поддерживать. Понимаете, так будет правильнее, ладно? Значит, поэтому, значит, Вайбеск, Васарот, Вамуцемес, Дентосуфлит, Пинфрточ, Фачес. И ждем самую крутую игру в истории Республики Молдова. Круче, чем что, где, когда. Круче, чем X-Factor. Круче, чем Покемон. Александр Жиздан. Вместе со всей полицией и с плохотнюком. Готовьтесь. Нам будет о чем поговорить. Думаю, через неделю. Обнял, люблю, целую. Пока. Я